У нас осталась совсем простая задача. Медиана треугольника меньше полусуммы сторон, между которыми она расположена. Здесь надо продлить медиану до... Точнее, дорисовать это все до четырехугольника какого-то. Так, то есть до продлить. Четырехугольника. И как называют этот четырехугольник? Параллелограмм. Параллелограмм. Провели медиану на такой же, то есть, отразили точку А относительно точки М. Поняли? Получили параллелограмм. А что значит получили параллелограмм? Значит, вот этот отрезок АВ, и там тоже АВ. Здесь отрезок АС, и здесь тоже АС. И получается, что удвоенное АМ меньше, чем сумма АС и АВ. Победа? Угу. Между прочим, не обязательно было дорисовывать параллелограмму. Если вы жадные и хотите потратить поменьше мела, то можно было так. Можно было поставить середину отрезка АС. И среднюю линию. И провести среднюю линию. Тогда смотрите, вот этот отрезок АИ, этот отрезок сколько? АС пополам. Ну да. А этот отрезок сколько? АБ пополам. И вот это превращается просто в неравенство треугольника для вот такого треугольника. Поняли?